Всем добрый день! Сегодня мой отзыв вот о таких булочках. Эти булочки выпекают на хлебзаводе Баралдай-Нан в поселке Баралдай. Это в Алматинской области, в Илийском районе. Хлеб Баралдай-Нан мне нравится. Я покупаю его не первый раз, но я покупаю кирпичик. Булочки я еще не брала. Упаковочка, вот такая упаковочка, здесь 5 булочек. Это булочки со сгущенкой. Стоит такая упаковка 310 тенге. Получается такая булочка одна, где-то 60 тенге выходит. Думаю, это недорого. Тем более, что там тесто обещают, что сдобное, и внутри сгущенка. Так это или не так, сейчас посмотрим. Вот такие булочки, немного с этой стороны поджаренные, потому что там сгущенка, видать, сгущенка вытекла. А здесь ничего, здесь нормально. Булочки очень мягкие. Не знаю, как на вкус, я еще не пробовала. Надеюсь, будет тоже вкусно. Обещают, что булочки вкусные. Вот посмотрите, какие булочки на разломе. Сгущенки, конечно, немного. Но если сгущенки будет много, она же будет вытекать. Пахнет булочка очень хорошо. Сдобным тестом. Ой, приятный такой. Булочками пахнет. Не хлебом, а именно булочками. Сейчас я попробую. Смотрите, как. Тесто такое рыхлое, не тянется. Не резинистое. Тесто сладковатое. Чувствуется, что оно сдобное. Мне понравилось. Ну, со сгущенкой, конечно, вкуснее. Намного вкуснее. Думаю, покупать можно. Кто не любит заниматься выпечкой, а выпечку любит, все спокойно могут покупать и такие булочки. Мне кажется, вот к чаю или кофе это будет очень даже хорошо. Мне нравится, что продукция Баралдай-Нан всегда упакована в пакеты с логотипом. Сейчас, особенно в наше время, обязательно хлебная продукция должна быть как защищена от вирусов, от пыли, от микробов. Баралдай-Нан это знает, поэтому у них вся продукция упакована. Единственное, что я не смогла прочитать состав. Очень мелко. Ну, думаю, это не важно, потому что тесто и есть тесто. Тесто сдобное, дрожжевое, сладкое. Надеюсь, мой отзыв оказался кому-то полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. До новых встреч!